говорит, хочу сразу предоставить слово. Человек, который дал возможность здесь все даже называть, Илья Анатольевич. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот уже второй раз, второй день происходит в этих стенах замечательное торжество и синтез живописи, музыки, дизайна. Показываются интересные яркие работы, как на стенах, маслом или акварелью сделанные, так и в костюмах. И совершенно нету никакого ощущения, что это делают художники, чем-то определенные, обиженные даже. Это делают счастливые и по-хорошему славящие творца, постоянно поющие ему песни. Веселые люди. Вот. И я прежде всего хочу еще раз поздравить всех участников выставки. И, конечно, Галина, а где вот сама, сам автор, где Галина? Мы учились вместе и в школе, и в институте. И должен сказать, что, во-первых, Галина одна из очень немногих, кто великолепно сохранил. Как будто мы вчера встали со школьной парты. Для меня удивительная была приятная неожиданность. Спустя, наверное, лет 25, когда просто мы не общались, большой был перерыв. Узнать, что Галина талантливая, продуктивно работает, что у нее огромные связи и с Индией, и с Казахстаном, и вообще со всем миром. И поэтому вот та идея выставки была, безусловно, поддержана и показана мод, сделана руками и мыслями Галины. Вот, должен сказать, что достаточно быстро я сумел уговорить руководство Российских железных дорог, что эта выставка интересна не только узкому кругу приглашенных художников на вернисаж, а и всем зрителям вот, Москвы. И уже был приятно удивлен данный вернисаж. Сейчас я в предвкушении большого крупного события. И искренне желаю тебе, значит, одного из самых ярких вечеров в твоей жизни. Надеюсь, что мы все ее сумеем поздравить. Пожелаю ей удачи. Теперь я бы попросил, тут есть президент Землячества Индии, Кашмир Синг, который тоже знаком с Галиной, сказать два слова. Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень благодарен организаторам этой выставки, что меня пригласили и дали возможность подняться здесь и поздравить Галину, замечательного художника и дизайнера. И я хочу сказать, что я сюда подкатился еще и потому, что Галина и ее супруг Кудашин очень активно помогают нашему землячеству при проведении различных культурных мероприятий. Я хочу сказать, что в прошлом году мы проводили, отмечали День детей. В Индии отмечается такой день в школе при посольстве Индии. И там мы проводили конкурс среди детей, которые рисовали.
И Галина очень внимательно посмотрела эти рисунки и дала свою оценку, и очень точную. И я хочу ей говорить большое спасибо, выражаю большую благодарность, что она и ее супруг принимают активное участие в наших мероприятиях. Я желаю ей и всем участникам сегодняшней программы большого успеха. Спасибо.